Всем привет, ребят! Ну что, прокачал я судьбу, прокачал героев. Напишите в комментах, какие герои вы хотите увидеть. Все прокачанные есть на максималках. Конкурсы, ребят, говорил, напоминаю, конкурсы есть еженедельные с английского, там, где вы видите циферки. Что вам надо сделать? Репост видоса, оставить коммент по примеру и ждать розыгрыша еженедельного. На этих выходных уже поменяют немножко правила, немножко другие конкурсы будут, поэтому все зависит от вас и от рандомчика. Так, ну что, let's go, будем сегодня ролить нового героя. Посмотрим, как сегодня падает. Герой интересный, но вот я уже посмотрел и показал на битве гильдий, на атаке и в дефе. Вы видите, на атаке показывал, в дефе я тоже встречал. Вчера на английском сервере видосик тоже выложу. Попозже, честно говоря, не зашел герой, сливается очень быстро от Атланта. Потому что Атлант просто будет тупо убивать. Так, два захода и героя нет. Так, ну что, Рейка, ну никто не сомневался, все как всегда подкручено. Что-то как-то нехти, честно говоря, падают сегодня герои. Асурик. Вот Асурик, кстати, со скином. Еще один Асурик, еще Ирину. Ничего себе. Прям так изи. Ну, с вас, ребят, лайки. Зашел, увидел, поставил лайк. Смотришь, либо ушел, все равно ставишь лайк. Так. Череп. Кстати, хочу черепа, идея черепа с пактом. 12-12 и раскол рунами потестить. Что думаете по этому поводу, можете написать. Минуса я уже показал на китайке. Еще обязательно здесь вечером потестим. Буги думал показать, записать. Капитан Рогатка, Варлок были. Ну все как обычно, мы ролим по скорости, а не ноем по 150, что ничего не падает. Так, Дракос. И я. Череп, малышник. Ну, let's go. С камнями, да, ребят, реально лажа полная. Но выбивать их, ну, я не знаю. Дрейк, Химка, Unreal просто. 2 часа просто в никуда. Давайте попробуем ускоренный роллинг. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. У нас на русском хотя бы понятно. Вы смотрите. Герои просто тупо не падают. Укротителя увидел. Паладин. Ну, как-то вот так вот. Даже не светится. Слили 100к. И ничего толком не выбили. Сноу. Призрачный. Так, ладненько. Оленька, прости, или Олень, Ика, не знаю, как понимать. Но нам пришлось тебя пройти. И сразу же Фрея падает, и Фея. Видите, не зря надо бегать в рейды. Кинди, вот смотрите, как посыпало сразу. Вот так вот, ребят, надо бегать все-таки в рейды. Тактика работает. Побольше бы таких оленек.
Ну и все. И все, что ли? Третий Афрея, ребят. Просто через раз падает. Есть. Сколько там у нас? По 200к ушло. Нет, где-то меньше было. 60 или 70, 160 или 170к. И командора у нас уже есть. Вот так вот. Сейчас я открою в Ника. Открою в Ника, в Ника, в Ника. Малыш Ник. Ой, тьфу ты, говорю, Ник Вронина. Так вот использовать и открываем новую имбу. Временная карта князя Рока. Ничего себе, облик на 24 часа. Откуда он у меня там взялся, я не помню. Где там новый герой наш? Вот она, командора. Я, в принципе, вам об этом герое уже рассказывал, показывал многое. Сейчас мы сделаем вот так вот и посмотрим на этого героя уже на таблетке. Давайте что-то по талантику подумаем, придумаем сразу же. У меня там были карточки, я посливал. Кстати, сожива интересный вариант может быть, если на девятку вкачать. По сути, будет резаться. Даже атлант будет убивать, она все равно будет резаться. Как вариант, думаю, неплохо будет. Надо будет подумать над этим вариантом. Но опять же, это будет не очень скоро. С таким темпом, как у нас камни продают. Так, ну что-то на ней вообще печаль. Ну-ка, бабуля, удиви. Не хочет нас бабуля удивлять. Вообще жесть. Жесть. Че я вообще мучаюсь? Че я рулю ей талант? Полный склад талантов. Все заморачиваюсь. Смысл? Смысл? Вот так. Топчик. Потом делаем так. Улучшить. 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 Выбили имбу сразу же. С восьмым пактом, правда, просветы еще надо качать и качать. У меня тут вообще делается. У меня по семеркам грубая только одна. Печально, печально. Делаем еще одну грубую силу. На восьмая грубая сила полноценных тестов. Такс. Это мой, у меня так красные быстро уходят. Страшно становится. В принципе, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Роллинг, в принципе, интересный получился. Быстрый, самое главное. Я никогда не люблю вот это вот тянуть, растягивать. Заролили быстренько. В принципе, достаться герою недорого по сравнению там с китайкой, даже дешевле, по-моему. На английском я еще даже до этого не дошел.
не до этого героя, куча тестов, куча всего. Все вот так вот. В общем, ждите дальше. Всем удачи, всем пока.